Банк уничтожен. Эта бездарность еще пишет еще вот этой 49-ки своей ебучей. Она вообще ничего не понимает. Не понимает, насколько ему повезло, блядь. Попасться, блядь, именно в ту сторону, блядь. А не в мою сторону. Животное. О, типичный, блядь, Е4, нахуй. Стрелять забыл, блядь. Он в упор не попадает, вот он в упор не попадает, а там он попал и пробил. Животное тупое. Недотвинг, блядь, ебучий. Ну это ж твинг, нахуй, правильно? Что это, блядь? 2014 год, 10 февраля. Не знает, что это за аккаунт. Ну чё, мне кажется, это нихуя не основа. На основе люди, блядь, не катают на суперпершингах по 1000 боев. Аналитика, блядь. По бою, нахуй. Как, блядь, отсортировать танки нормально, блядь, чтобы можно было показать что-то. Короче, у тебя, блядь, в команде есть 240-х, нахуй. Это статист, по идее, правильно? Он поехал, отдался. Просто он куда-то поехал, блядь, долбоёб, отдался. Есть и пятый, нахуй. Который стоял сзади всех, нахуй. Потом, когда я на него переключился, у него ваншот хп. Был еще один 140-й, я не знаю, где он был. Короче, из трех танков, которые что-то могли делать, поджиматься, что-то высвечивать, что-то делать, никто ничего не делал. Абсолютно, блядь. Я поехал что-то делать, и мне нахуй сразу же на 1000 приговорил 49-й. С критами всех модулей и все остальное. Ноль, блядь, справедливости в этой игре. Ноль. Так. Победитель 1998. 5-сантиметровый уже, блядь. Пацан у тебя. Смотрю. Спасибо тебе, братан, за сабскрайб. Уже, блядь, почти большой, почти большой. Почти уже среднестатистический размер у тебя. Сука. Мне жопа горит, блядь. Вчера я начал первый бой. Один бой сыграл, у меня сразу же все сгорело. Тут я сыграл один бой, у меня все сразу опять сгорело. И сейчас я попался во второй бой. И я понимаю, что здесь тоже пиздец. Тут, блядь, появляться на карте, светиться нельзя вот в этом бою, блядь. Я могу объяснить, почему. Потому что у них есть два пидора коричневых, самые сильные арты практически в игре, блядь. Обе ваншотят тебя, нахуй. Обе. Это уже здоровается, это уже знает, что делать. У них есть, блядь... СТшки 10-е в топе, нахуй, которые ты не убьешь, если они, блядь, не прям ауты. И все остальное у них 9-х СТшек куча тоже, которых, блядь, ты хуй просто так убьешь, нахуй. И Т-10-е их дохуя, тоже которых ты хуй убьешь. Ну, все танки, блядь, неубиваемые, нахуй. Они тебя будут высвечивать, блядь. А ты будешь по ним, нахуй, попадания делать по вот этим вот, нахуй, Т-10-м всяким.
Все это под, блядь, двумя артами, которые будут просто работать по КД, потому что засветов будет дохуя. А дохуя засветов будет, потому что у них есть, блядь, топовые стехи. И в Зэшка еще есть пиздатая. Дохуя быстрых танков. Короче, все быстрое. Кроме Е100, нахуй. Остальное все быстрое, блядь, реактивное, нахуй. Но еще конь не быстрый. Надо надеяться только на то, что у них дебилы на СТ-10. Других СТ будут подставляться. Вот уже едет. При этом у нас вот 49-ка. Ну, 49-ка это не светляк. Он вот стоит, блядь, на темпе, нахуй. Все, у них карта в их распоряжении, в принципе. Они тоже боятся. Их взвод разделился. Короче, информации ноль, куда ехать, я хуй знает. Ехать поджимать я нихуя не хочу. Да что тебе две арты ваншотить? Прямое попадание это практически гарантированный ваншот. По этому танку. Как отучиться играть без модов? Сколько патчей не пытался себя настроить, что вот все не буду играть с модами, но нет, все равно беру и ставлю ХВМ там и Т.Д. Помоги, Олег, что надо сделать или как себя переубедить и не ставить эти моды. А? 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 Блядь, в смысле, берешь и не ставишь, вот и все. Чуть переубеждать не надо, блядь. То же самое, берешь, не куришь. Берешь, не жрешь мороженое на ночь. Берешь и делаешь, а не, блядь, ноешь. Все, мы выиграли эту игру, блядь. Сколько урона, нахуй? Два шота, блядь. Потому что у них типы на том фланге поехали, отдались. А, бобчат. Тогда ясно. Сука, отъедь, долбоёб, нахуй! Первый раз бобчат осветился. Кто же его обнаружил? Конечно, я. Кайф. Норм карма. Конечно, арта будет отстреливаться в меня, блядь. И обе, блядь, меня, нахуй. Не, блядь, в Кисота, у которого стопроцентное, блядь, попадание. Ни в кого, нахуй.
он еще здоровается со мной. То есть вот я понимаю людей, которые там, ну, как бы нормальные люди, именно люди, блядь. Вот он попался со страйком, блядь. Типа, ну, он смотрит стрим, он там, как бы, блядь, ему нравится страйк. Ну, он берет там нахуй, ну, и не мешает ему хотя бы играть. Ну, вот это нормальный человеческий поступок. А это же дерьмо 99%. Как будет делать? Она будет все делать нахуй. Похуй на все свои личные там, блядь, достижения, приоритеты, блядь. Все сделать для того, чтобы уебать попробовать. Два боя, средний урон 2000. 0 ошибок. 0. Но 2000. Кайф. Учиться играть без модов, да? На самом деле глупый вопрос, очень глупый вопрос. Как, блядь, с наркоты слезть? Блядь, все считают, что есть какие-то волшебные таблетки, ну что за бред? Те же глупые люди. Просто берешь и не играешь с модами. Ты же объяснил, вот ты только что вот описал ситуацию. Ситуация звучит так. Я настолько слаб, что я не могу играть без модов. Как отучиться играть без модов? Блять, это очевидно. Добрый вечер, Олежа. Удачи тебе, терпения и отличного проведения стрима. Зрителям также всего лучшего и благ. Сори, Олежа. Сегодня я бомжара, последний полтишок. Чем смог? От души, но на пузырь и синтуков хватит. Какие, кстати, бухаешь? И тест на память. Вспомнил, как читается никнейм. Держись. Четвертый. На синтуке я бухаю. Всем ку-ку, ёпта. Парику. Сейчас бы играть против одной арты какого там 7 уровня и бояться. Чё, блядь? Уевший какой. Мода это как наркотик. Привык, если уже, то всех удалишь. Вот у меня та же самая проблема. Сколько раз удалял, все равно потом ставил обратно. Для того, чтобы, блядь, удалить и не играть с ними, нужно, блядь, сила духа, сука. Берешь, нахуй, через силу играешь, блядь, без модов, а потом ты рано или поздно привыкнешь к этому. Для этого нужно терпеть.
Не понял, блядь. Что за сыкло, блядь? Че, у нас все хуево. Пиздец! Он прорандомил нахуй! Я ебал! Он прорандомил нахуй! Это, блядь, шок нахуй! Сука, ну как так нахуй? Ой, блядь! Просто чел прорандомил. Охуевая. Просто шок, блять. Ёбаный шок. Я еще не светился, но реально я дохуя не светился времени. Блять, нереал. С поджогом. Вспоминаем теперь. Блайнд от ФВХи.
От изухи, блядь, с поджогом. Которая ни разу не засветилась на карте. Ни разу. Тут у тебя у арты, блядь, пушечка от ФВС. Как там ФВХ, это, блядь, предыдущая. 34-я. Да уж. Сейчас бы сделать баланс, где ПТ-хи пушат ПТ-х. Техи пушат по тех, заебись. Вот арточка, блять. 4000, изи нахуй. Как это она еще по-своему ебанула на 500? Вот Wargaming до тех пор, пока не поймет какие-то элементарные принципы тактические, блять, которые в игре их случаются постоянно. Пока они этого не поймут, они и будут, блядь, придумывать всякие песочницы, блядь, хуёчницы и так далее. Делать, блядь, арте станы, нахуй. То есть, у них логика следующая. Надо, давайте-ка, вот, вадят все про рту, давайте усилим арту. А, станы и добавим. Заебок. И точность улучшим. Ну и чуть-чуть дамажки, ладно, порежем так. Ну что бы и не ваншотило сделаем, что ладно. Пускай не так орут. Тупо троллинг, блять. Вот реально там тролли сидят, походу, в разработке Wargaming. Так. Блин, как читать твой ник? 1x03 ник. Что это значит, блядь? Спасибо, парни, за донейшены, блядь. Ники у вас, это пиздец. Так, вот которая по-польски написана, там про вишню что-то. Что-то там про вишню, я забыл уже, вчера ты мне говорил. Спасибо, в любом случае, за донейшен. Нормально, блядь, разбирается. Че какая-то вакханалия творится. 140 едет у них отдаваться.
Да уж. Ты уже два допа слилось у них. Тупо рандом на контрасте какой-то. Вчера был такой, ну, нормальный более-менее рандом. Чувствую, что там не особо я играл, но рандом реально был, блядь, более-менее нормальный. Блять, это ж надо так умудряться хп проебывать, так вот взрываться. Это же реально непросто. Вот семера там была почти фуловая, она в рельефе. Там, блять, рельеф лютый нахуй. Я не знаю. Она сдохла за 10 секунд. Как это, блять? Успевает. Мотивация. Не, блять. Какая нахуй мотивация? Когда ты в борт, блять, не пробиваешь львов. Шок. Тупо шок. Номер 16. Спасибо тебе за мотивашку. Но, блядь. Я не понимаю. Как нахуй? Тупо не понять. Так, ладно, блядь, теперь можно и с чатиком пообщаться. Есть что-то интересное вообще. Всем здорово, кто потянулся. Всем привет, ты, блядь. Отличный ход. Дело сделано. Ты как всегда. Зум-зум информативен, блядь. Пиздец. Спасибо, братан, за донейшн. Я даже не знаю уже, как комментировать. Так это... I'm Butterfly, ты вообще ёбнутый или чё? Как можно такое написать, блядь? Так это вот Страйку нравится серный прицел, а какой от него профит? Он также мажет и нет 100% попадания, так зачем он нужен?
Шок. Как, блядь, такое, сука, можно нахуй написать, блядь? Ты чё, ничего не понимаешь, что ли, по поводу точности в игре нашей? Нету, блядь, стопроцентного попадания априори, нахуй, нету, блядь. Почему оптика не винтель? Потому что 522 обзора. Короче, нихуя нету в чате, ничего интересного. Олежа, куда твой онлайн делся? В пизду он делся. Принцесса Селестия, нихуя себе. Привет. А чё, это Олежа уже бои за плату не скрывает? Ну вообще, я первый день решил поставить такую хуйню, посмотрю на реакцию. Скатай на ТВП. Знать не на ТВП, скатай на ТВП. Какие синтуки пью в плане изготовителя? Блять, Вимбельдан. Вимбельдан, контора. Зачем ты длину трека доната обрезал? Там же дальше нормальное такое. Было. Да, блядь. Потому что она очень долгая. Хуйня. Олегу подкрутили ВН8 до 54-19, потому что заебала игра на Эпсе. Так, блять, не работает так нихуя, я все равно на Эпсе катаю. Так, Зум-зум, спроси Олежку, плиз, покатает ли он за косарик на леопарде. Блять, не, ну за косарик-то, блять, хули ты не покатать-то, нахуй. Лол, продажные бои, не думал, что так обстоят дела. Да. Скоро, блядь, за баблос буду в жопу долбиться. Продажные бои, блядь. Вообще, люди, вы чё пишете? У вас с логикой все ок? Вот смотри. Человек хочет поиграть со страйком в зоде, блядь. Но у него нету, блядь, возможности. Вот просто нету у него возможности. Только если он засабскрайбится, и там, блядь, раз в полгода, может быть, страйк соизволит сабскрайберами покатать. А тут внезапно, блядь, страйк, нахуй, дал возможность любому человеку покататься во взоде. С ним. Кому-то это нахуй не надо, кому-то, блядь, это слишком дорого, но кто-то себе итогово может это позволить и покататься. Вообще, я скоро сделаю тему, что просто, блядь, за час игры в рандоме, блядь, буду брать деньги, нахуй. Вот просто час стрима, это будет, блядь, 1000 рублей, я не знаю. Потому что я в это говно не хочу играть, блядь.
честная. У меня ноль мотивации играть, поэтому надо хоть какую-то, блядь, себе интересность создавать. Блять, попади с уроном, пожалуйста. Пэжил, чисто с уроном. Можно? Пожалуйста. Пожалуйста, с урончиком еще пару раз. О. Иди ты там. Был бы камуль, я бы его уебал. Ой, не камуль, а под калибр. Так уебал. Ну подставься, пупсик. А, даже если ты подставишь, я не попаду. Сука, проебался, солите с сабами. С уважением. Да будет еще, будет. Солите с сабами. Не парься. Даже может сегодня покатаю. С сабами. Если у нас, вот вообще, это нормальная вещь. Пока ты нали один, позиза. Тупо. Хей. Хтьфу. Привет, Олег, ты стал первым по WN8? И у тебя отключена галочка перехода в прицел через Shift. Так, по очереди. Люцифер, спасибо за 250 рублей. Пиздец, я вот смотрю, с мобильного телефона комиссия нереально огромная какая-то. Вот ты 250 рублей закинул,
40 рублей комиссия. Для сравнения, принцесса Селестия с карты закинула 1500, и у нее комиссия 75 рублей. Это с полутора тысяч. А у тебя с 250 40 рублей. Короче, пиздец, блядь, они там наваливаются, пидоры. Короче, чувак, смотри. Я буду катать, думаю, на каждом стриме. Там, просто вот с двумя рандомными сабами по чуть-чуть. В принципе, я могу вот на сегодняшнем стриме вот сейчас с тобой покатать. Плюс еще одного как кого-нибудь. Кто возжелает, так сказать, боев. Насколько? На 5 взять. Так, принцесса, спасибо тебе огромное за полторашку. Блять, конечно, нахуй, хули. У меня выбора нету, блять. Надо ебануть налево. Так, Далямба, 50 рубчиков. Thank you for donation. Привет, Олег, ты стал первым по ВН8. Ты у меня спрашиваешь? Ну, вообще, это смотря как смотреть. Если от 15 тысяч боев, то да. Если вообще, то нет. У тебя отключена галочка перехода в прицел через Shift, да? Отключена галочка. Так, смотри, Люцифер, короче. Я сейчас на Леопарде покатаю. Так как просила Селестия. На Леопарде я хочу в Соленова поиграть. Потом, после Леопарда, поиграю с сабами. С тобой и еще с кем-то. Сейчас приду. Три арточки. Мечта. Как бы сразу видно по сетапу, что все очень плохо будет. Вот. Надо играть очень сейфово. Если у нас, допустим, все поедут вниз сразу отжимать, это будет неплохо. Разворот нахуй. Тоже немного. Thank you.
не хочу светиться вообще. Пиздец. Ты меня жопой засветил, что ли? Вот прикидывайте, какой бой. Вонючая позиционка. Я не могу подъехать никуда. Вот был бы я, допустим, не страйк, я бы поехал, блядь, куда хочешь. Потому что с очень большой вероятностью не конкретно в меня стреляла бы арта. А здесь я не могу ничего никуда поехать, потому что я знаю на 100%, что арта будет меня ебашить. Видите, бой какой пиздатый. Просто кайф. Это, блядь, пиздец, как мне надо запотеть сейчас было, чтобы не сдохнуть в нем. Я вот все это время заставлял себе ехать. Не знаю, не в атаку, а, блядь, от атаки. И именно поэтому я настрелял хотя бы сколько тут, 1003 есть, блядь, не знаю, 2,5. 3,5. Так было бы, блядь. Если бы я играл просто как, блядь, обычный статист, у меня было здесь 1500-2 урона.
Не, ну хули, блядь, если тебе полторашку закинули, надо что стараться. Только сколько баев отыграть, блядь, вопрос. Алтехи. Не? Интересуют засветы? Понял. Пидорас, блядь. Как вот шок. Этого никогда не пойму. То есть ставят из 7, из 4 Е5 фуловые, но они ничего не делают из У7 одному. Из арты не могу поехать вперед. Ёбаная боль. У нас ДЦПшники из 7 фуловый, из 4 фуловый, из 4 другой фуловый, и 5 фуловый. Мы стоим, боимся. ДСП, блядь.
Мразь, блядь, ебаная. Раз, нахуй. Шо ты на меня ответственность перекладываешь? Как надоест, так переставай катать. В смысле? Принцесса, в смысле ответственность перекладываю? Ты же как бы заказываешь. Ты должна как-то мне критерии дать, сколько надо, сколько не надо. Спасибо тебе большое за донейшн. Блять, думаю, что боев, наверное, 10 надо сыграть. О, а тем временем PowerSlide приехал в Нюрбургринг. Я так понимаю, он уже на трассе бывал. Сейчас я не спрошу. Один раз почти их. Ясно, блядь. Короче, Пауэр уже 4 круга на наршляфе ебанул. Красавчик. Так. Алик же види, спасибо. Ой, спасибо, блин. Здорово, братан. Спасибо. Уже путаюсь. Так, короче. Тут, блядь, 3700. Чтобы 3700 здесь настрелять, тоже нужно было потеть, блядь. Потеть, нахуй. Там 3500, блядь, надо было настрелять, потеть. Здесь 3700 надо было потеть, чтобы настрелять. В этом бою будет то же самое. Я понял, сегодня в рандоме творится пиздец. Творится пиздец сегодня в рандоме. Наверное, надо ливнуть с этого сервера, что ли, блядь. Когда играются одни стейки, когда играются одни... Техи 10-е, блядь, и Е5-е, блядь, различные, нахуй, с ИСами 7-ми, то настрелять невозможно. Практически. Поехали в замок, типы. На медленных тяжах, красавцы. Короче, если у них не поедут эстехи по нулю, то у нас могут быть проблемы. А, норм, отстреливаемся. О, ну это хорошо. Есть.
Ебать. Есть пробитие. Блять, леопард все-таки попадает. Чё это? Чё это, блять, за свет такой нахуй? 49-ка выехала, блять. Пиздец! Просто шок. А при этом как бы преимущество нереально лютое, а ты не поедешь настреливать. Потому что тебя типы, блять, ваншотят нахуй. Ну как, блять, сука? А, ненавижу нахуй Wargaming, блять, ненавижу Wargaming, сука. Это вот, блять, знаете, как вот есть люди охуенные, умные, пиздец, блять, талантливые. И вот нахуй смотришь на него, а он, блять, на Дирайне сидит нахуй. То же самое у них, блядь, проект пиздец охуенный, они, блядь, сидят на Дирайне, ну не на Дирайне, они сидят на глупости какой-то. Не могут до конца доделать. Парывается, пацан. Все нормально, блядь. Блюдок. Thank you.
просто вот эти одни бу-бу, блять, и полъебало, полъебало отколото, нахуй. Не повезло. У них команда поехала просто. СТшки эти поехали. И не просто поехали, а еще там сосали, блядь. Совговые СТ-10 перестали выделяться в лучшую сторону в тот момент, когда балансировщик, блять, даже не балансир, сука, что это, блять, короче, в тот момент, когда стали еще более лютые формироваться бои, в тот момент советские стейхи потеряли свою актуальность. Ну, кроме как Т-22, но это, блять, это отдельная история. Хотя его сейчас понерфили, он вроде не такой интересный. Вот, блядь, ситуация. Арта, открытая карта. У них only быстрый сетап, а у нас only медленный сетап. Нахуя, как играть? Вопрос. С кого хуя, блядь? Спрашивается. Блять, вот если какие-нибудь грили поедут на гору, вот сюда вот нахуй, то у нас будет шанс, на самом деле. Потому что они заезжают до быстрее, чем стыхи. Мне туда главное заехать. Стыхи во взводе, они либо, блядь, две будут там, на горе, что плохо. Леопард попадает, нахуй. Конечно, не просто везет, на самом деле. Можешь так жестко не ехать на гору, блядь? Пожил. Короче, они все-таки гору заняли.
И второй гриль. Что такое, блядь? Что они там? Что они делают, что ли? Блядь. Не, ну, там пизда. И четвертому. Значит. Наверное, не надо было мне так быстро от нее съебывать. Мистри тоже сдох. А с позиции говно, мы можем только Тереха встречать. На, блядь, ББшку нахуй ебало. Броня не пробита. Сука. Найс, сыграно, блять. Так. Что у нас, блядь, получается? Эти уехали, девятки вонючие, блять, тупые. Гриль, наверное, фуловый на базе, который сейчас их примет. Где там рельеф? Только собрался леопарду нагнуть, тут, блядь, арта бу-бу-бэх и въебала, блядь, бу нахуй еще раз. Короче, у нас там, блядь, эти пушат, нахуй. Надо, сука, саппортить, не знаю как. Знаю, мне что-то кажется, у них там все очень хуёво. Да. Все. Ваншотный. Гриль ничего не щекает, блядь. С40 может поджаться изи. Блять.
Чё-то как-то все херово. По той стороне поедет какой-нибудь грейк со 40-м. Короче, блядь. Вован, блядь, догадайся стать вкусно, нахуй, надо жопу чекать, блядь. Сможет он догадаться до такого или нет? Что там уже, блядь, оттуда тебя светит? Чё странного, блядь? Заныкайся, стань день в пусты, блядь, эта хуйня, сука, ехала в сейф. На, ББХ. Цель захвачена, цель потеряна. Ебать, у нас арта красота, нахуй, ебать. Блядь, ББХ меня отъебала всех. О, блядь. Хули, главное перетерпеть, нахуй. Тут уже и камбэки, блядь. Ладно, надо убивать и уехать. Блять. Чё, мимо нахуй? Ой, сука. Хуёво, блять. Для лифа не прошла просто. Как же он ебёт на ортопидоре. Просто он, блядь, он выебал всех, нахуй. Просто разъебал, блядь, всех. Короче, торта, блядь, у нас, нахуй, это, блядь, добей. Честно. Только осталось, блядь, не знаю.
сдохнуть от их орды. Дети, пидорасы. Доброй ночи, мэн. Сегодня слабый прикол был. Ехал в маршрутке, а там водила был. Вылитый ты, только лысый. Я проиграл жестко с этой темы. Жаль, не сфотографировал того челика. Бывает, блять. Пиздец, у нас рта разъебала нахуй. Полотенчик, блять, 10% ебет всех. Магот, спасибо за донейшн. Ой, блять, это пиздец. У меня сколько боев на леопарде? Вот я сыграл 4. Все они потные, нахуй. И ни в одном настрела нет. Ну, вот тупо ни в одном настрела нет. Но все потные, блять. Видел тебя на велике, ехал куда-то. Хотел палку тебе в колеса ставить, но не стал этого делать. Уже у нас Смоленск один такой. Не надо, блядь, никак в колеса палки вставлять. Я и так, блядь, в прошлом году вырвал себе, блядь, выломал две спицы. Что-то на правый фланг никто не хочет ехать. Ну и что это, блядь? Ебать, эти быстро пушат, нахуй, выпушивают.
видит, что его пушат. Понял. Быстро реагируешь. Цель понял. Отставить цель. Шок, ГГ. Есть отставить. Есть пробитие. Цель понял. Есть отставить цель. Пробитие. Шок. Ну это пиздец. Я не знаю, как наносить урон. Там 104-й заебись. Ну, блять. Это незаконно. Никто не подставляется, блядь. Тупо нету возможности стрелять в танки. Нету возможности стрелять в танки. Я не знаю, как играть в эту игру. Просто животное ебаное, блять. На E5 контролит тебя, ты выехать не можешь. Похуй на всем будет контролить тебя до талого. Конь будет тебя контролить, нахуй. Все будут тебя контролить. Как только ты уедешь, они поедут куда-то, блять. Сдохнут, нахуй. Просто, блять, ебаных, сука, 5 боев ни в одном. Я не получил удовольствия вообще, блядь, ни капли нахуй. 5 побед. Нахуй они победы нужны такие, блядь. Ноль смертей, ноль ошибок. Урона нет, нахуй, нихуя нету, блядь. Потому что пацаны контролят. Пацаны контролят, блядь.
Сейчас кто-то получит от 49-ки в борт пробитие, а возможно и от двух. У них еще ники такие, которые говорят о том, что сейчас ты сваншотишься. Протестим. Они глупые, он глупый, блядь. Не знает, как это делается. Мне повезло. А, ебать. Ты решил не съебывать. Теперь охуенная карта, конечно. То есть сетап более-менее, блять, что можно развернуться. Не так уж и много десяток, блять, левелов. При этом карта заебись. Четкая. Опа, нихуя на карту не смотрю. У нас такие пацаны катаются. Охуеть. Шок. Заебись. Кайф. Да уж. Можно было бы тащить и разыгрывать. Но сорьки. ОПТ брата другой. Смысл. А, так вот ты ездишь, блять. Понял. Я дебил. Пизду.
Идите ко мне, блядь, грель ебучий. С4, я понял. Я понял, блядь. И 4 кд. Я баврончик. Ебаная 49-ка. Надо было, блядь, читать это. Блять, как же я два охуенно раза стрельнул, блять, в 49-ку. Просто охуенные выстрелы, кайфовые, что пиздец. Конечно, это не особо на что-то влияло, но возможно, я бы смог урон дать раньше кому-нибудь. Тысяч. Пум-пум-пум-пум. Не, чё-то сегодня рандом какой-то ебанутый на всю голову. Прям вообще пиздец. За все 7 боев ни разу не забалансило в нормальный бой, в приятный. Тут, по идее, нас должны эти тяжи развалить без вариантов. Опа. Ебать. А ну это ж взвод, сука. Куда я приехал, долбоёб?
7. Едь нахуй, стреляй в урон быстрее в них. Ты нахуй, твари, блядь. Вот, блядь, бой. Создается впечатление такое, как будто бы у них танков в два раза больше. Нет, блять, они просто катком едут. Я хуй знает, как тут бороться.